Всех приветствую на канале Технобар Плюс. Это предварительный обзор смарт-браслета для фитнеса Mi Band 4 NFC. Начинаем! Ребят, продолжаем обзор. Браслет зарядился до определенного уровня. Теперь, что вам необходимо, чтобы начать пользоваться данным браслетом? Первое, ну сам браслет, то есть он зарядился и в таком вот режиме ожидания находится. То есть написано Pair First. Это означает, что вам необходимо изначально, в первую очередь, э дать сопряжение с со смартфоном. Вот смартфон. На смартфон у я уже предварительно закачал приложение Mi Fit. Оно есть в Play Market от Google. Качаете, проходите простейшую регистрацию, указываете приложение на русском. То есть, в принципе, с этим проблем никаких нет. Вот браслет, вот смартфон. На смартфоне необходимо зарегистрироваться. Потом, здесь написано, нет подключен, подключенных устройств. Нажмите, чтобы подключить. То есть нажимаем. На смартфоне должен быть активирован Bluetooth и активирован Wi-Fi. Потом нажимаем, что у нас это. Выбираем браслет. Далее пишет, после подключения этого устройства будет информация собрана, обработана, следующая информация. Как они соберут эту информацию, сразу же непонятно, но соглашаемся. Согласен. Необходимо доступ, доступ к службам геолокации для того, чтобы подключиться к устройствам Bluetooth. Понятно. Делаем этот доступ. И вот пошел поиск браслета. Браслет необходимо располагать чем ближе, тем лучше. Кстати, пока идет поиск браслета, я вам хочу подсказать такой нюанс. Вот. Браслеты, которые с NFC, имеют вот такую вот внизу букву P. Ну, или N английскую. То есть это означает, что Mi Band 4 есть NFC-чип которые стоят там копейки, но наконец-то китайцы додумались его туда вставить. Если этой буквы нет, там либо пусто будет, либо кружочек. Ну, в общем, это такое, либо будет Mi Band 4 обычный, либо это будет какая-то фуфловая подделка. Вот. Ну, пока мы с вами общались, думали, браслет нашло, ошибка подключения. Еще раз повторяем, что страшного, такое бывает. Так, вот он ищет браслет, браслет как можно ближе. Сейчас он сделает снова запрос на подключение. Вот. PR WebEnd. То есть дать согласие на сопряжение. Сопряжение произошло удачно. Вот устройство. Найдено восстановление настроек устройства браслет. Какие настройки старого устройства? Это если у вас был уже заведен аккаунт в этом приложении. То есть вы пользовались либо смарт-часами, либо браслетом, либо там, я не знаю, Amazfit Bip, либо Amazfit Stratos, либо еще какими-либо часами э от производства компании Xiaomi, а, а конкретно там бренд Huami идет. Вот, то есть вот так будет у вас она захочет восстановить какие-то данные. Но это все я зарегистрировал заново, поэтому вот. Блокировка браслета. Браслет будет заблокирован, если вы снимете его с вашего запястья. Ну, это как бы нам не нужно. Несколько видов активностей. Шесть видов активностей. Тут, я думаю, что виды активности будут со временем с прилетающими обновами на браслет. А они прилетают довольно-таки часто. Будут добавляться виды тренировок. Дальше свайпаем. Что-то не нравится. Дальше используйте браслет для управления воспроизведением музыки на вашем телефоне. К чему это не, не нравится дальше? Ну ладно. Значит, так счита, китайцы посчитали нужным. В общем, тут показывается то, что браслет. На браслете можно управлять, то есть композиция вперед-назад. Громче, тише, пауза, плей. Это уже хорошо. И так далее. Требуется доступ к режиму не беспокоить. Пережи, перейдите в настройки. Теперь самое важное. Необходимо вот эти вот все настройки браслета. Переходим в настройки. Итак, доступ к режиму не беспокоить. Вот находим наш MiFit приложение. Разрешаем. Ну, разрешили. Хорошо. Дальше. Возвращаемся заново. Заходим снова в Мифит. Кликаем по разрешить. Фитнес-браслет SmartBand. Вот, секунду, поднесите браслет к телефону. Это уже изначально прилетело обновление. Наверное, соответствующее скорее всего региону, где вы находитесь. Я нахожусь в Украине, поэтому сразу же автоматически прилетело обновление. Чем быстрее у вас а, Bluetooth версия на смартфоне, на браслете она идет версии 5.0, что уже само по себе хорошо. То есть от версии зависит скорость передачи между устройствами. Вот сейчас идет обновление ресурсов. Поднесите браслет ближе к телефону, но ближе уже некуда. В принципе, можно так вот на стол положить. Там, я не знаю, сантиметров 10-15. Ничего не случится. Вот. Пока идет обновление ресурсов, скажу вам кое-какую информацию. То, что фишка этого браслета, конечно же, основная, что тут есть NFC-чип, можно расплачиваться в магазинах после того, как вы заведете карту свою туда. Карту можно отложить дома. Смартфон можно положить дома. По крайней мере, по предварительной информации такой момент присутствует. И вы свободно ходите с браслетом. Вам не нужно носить с собой никакие деньги. Достаточно только знать, сколько денег у вас на карте. Вы подносите при, неважно где, в супермаркете в магазине цифровой электроники, либо там в вещевом магазине каком-либо, либо в аптеке, в хлебобулочных изделиях и так далее. Там, где есть терминал с функцией поддержки NFC, а есть он везде, по крайней мере, мы к этому стремимся, присутствует функция Google Pay. То есть и с помощью этого браслета вы можете расплачиваться. Вот. То есть довольно таки полезная штука поскольку браслет э, за свои деньги топ вот так разрешить приложение миф совершать звонки и управлять ими разрешаем разрешите приложение миф снимать фото и видео это наверное для того чтобы поставить либо где-то на штатив либо покласть телефон опереть на что-то и м -м, совершить съемку кликнув на, на соответствующий пункт в браслете разрешаем также вот дальше а, найти браслет кстати функция интересная нажимаем браслет начинает вибрировать на руке там либодем в кармане в куртке я конечно не знаю как эту вибрацию можно услышать но факт тот что это все показывает так, мониторинг пульса, ночной режим. Если включить внимание ночной режим, значит, в браслете будет присутствовать затемнение самого дисплея, поскольку все-таки это дисплей OLED-матрица, либо OLED, либо AMOLED. То есть, ну, она кушает много энергии, все равно, несмотря на ее экономичность поиск мелодии, мелодии по умолчанию, запуск в фоновом режиме. Вообще по приложению Mifit э, сделаем отдельное ролик, если в этом будет необходимость. Ну, будет, не будет, я все равно сделаю для того, чтобы вам лучше разбираться в нем. Вот. Лаборатория. Что такое лаборатория? Блокировка браслета. Не затягивайте ремешок. Браслета слишком туго или слишком свободно, так как это может повлиять на точность измерений. Ну да, слишком туго затягивать не нужно. Ну нужно, но чтобы он и не болтался на руке. Приблизительно на один палец от запястья на высоте располагать его необходимо. Ну да, ладно. Версия ПО, кстати, можно проверить. Версия ПО у нас V1.0968. Так, ладно, это все с этим ясно. Разблокировка экрана. Это функция для того, чтобы э, при поднесении браслета к своему смартфону вы смогли разблокировать экран. То есть не надо не, нет необходимости вводить отпечаток, нет необходимости там включать распознавалку по лицу. Вот. Но как бы либо цифровой, конечно, либо графический ключ необходимо поставить, но такое браслет конечно лучше удобнее но все равно если вы потеряете допустим свой браслет и кто-то его найдет украдет не знаю из недоброжелателей вот он сможет поднести его к вашему смартфону допустим какие-нибудь неродивые коллеги на работе вот и всю информацию в принципе считать то есть не считать информацию, точнее разблокировать браслет, браслетом ваш смартфон, ну и сами понимаете дальше, смысла говорить нет. Итак, отложим пока смартфон. А, внимание, еще такой нюанс, ребят, на браслете. А, здесь, когда вы браслет заново капсулу вставляете в браслет, она может у вас как-то стать криво, косо там. Ничего, вот э, возьмите плотнее, прижмите, чтобы она стала в пазы сбоку, с торцов, снизу. Ну, как бы вот. Она выровняется, она вытянется и выровняется. Вот видите, сейчас даже есть небольшой перекос, но ничего страшного в этом нет. Посмотрим, как оно будет, конечно, носиться. Может, что-то какие-то изменения в самом составе ли? полимера ремешка. Ну ладно, то такое. Итак, что мы видим на браслете? Отображается время, день недели и число, а также заряд аккумулятора и количество шагов, сколько мы прошли. Вот. Для того, чтобы дальше свайпами по свайп-зоне, она находится здесь. Мы... Нет, это уже целый экран свайп-зона, это просто как... Весь экран идет уже как по свайпу. То есть, изначально он, когда при свайпе влево, выходит на плеер. Ну, плеер у нас не синхронизирован, поэтому то такое. При свайпе сверху вниз мы попадаем в функции дополнительно. Дополнительно есть не беспокоить. То есть, вы можете этот режим не беспокоить включить. Да, вам допустим, ну спите, там, я не знаю, либо ребенок спит и вибрации, допустим, браслет, либо на столе он может разбудить его, либо на руке, неважно. Ну, в общем, чтобы не, не мешать другим. Будильник. Так, что здесь есть? Будильник. Один, два, три. Но пока я насчитал три будильника, это будильник можно выставить, допустим, вот. Скорее всего, будильник выставляется через приложение. Но еще будем тестировать, пробовать поскольку еще будет несколько видео по этому браслету. Будильник функция, то есть функция музыка, ну, это плеер, как мы уже определили. Кстати, по а, прикосновению к вот этой области буковки N, мы возвращаемся на шаг назад. Потом просто берем а, и вот так вот, как на смартфоне, передвигаем. Секундомер. Для людей, которые занимаются спортом не знаю, бег, плавание. Кстати, заявленная водозащита этого браслета 5 атмосфер, то есть в нем можно свободно плавать, заниматься спортом, там пот, если будет либо вода, принимать душ, мыть руки, то есть проблем нет. Конечно, это не дайверский аксессуар для измерения глубиномера, но все-таки таймер. Таймер вы выставляете, допустим, к примеру, я, например, выставляю таймер, когда было время, я простудился, болел, то есть температура. Когда вы ставите градусник под мышку, то есть включаете таймер, допустим, выставляете таймер, очень удобно. Вот это минуты, вверх на стрелочку кликаем, допустим, 7 минут. Все, нажимаем таймер, 7 минут. поставили градусник, чтобы не смотреть на часы, не ждать, когда же там вынимать, не вынимать, градусник смотреть, не смотреть. Ну, в среднее время, наверное, все знают, 7 минут по измерению температуры тела. Вот. У вас просто зажужжит этот таймер на руке, и вы спокойно снимаете и все. Ну, лучше, конечно, в такие моменты жизни при себе этот браслет носить, потому что там и измерение пульса и так далее. Так, вот, выключаем этот таймер, завершить опять же возвращаемся назад найти устройство найти устройство для того чтобы найти устройство кликаем вот сюда вот смартфон начинает так вредно пищать Надо выключать потому что он сейчас все заглушит так но зато с помощью его можно найти смартфон бывает такое что куда-то вы идете смартфон где-то забросили либо на работе либо дома где-либо блин ну реально неудобно на браслете нажал эту функцию. Браслет постоянно с вами. И все это дело сразу же. Вот. Так, дальше что по меню дополнительно. Короче говоря, смартфон вы найдете с помощью браслета. Найти устройство без звука. Без звука функция, она переводит э, сам смартфон в режим без звука. Вот вы можете это видеть. какие-то, если, ребят, есть критика, уточнения и так далее. Критика приветствуется. Все в комментарии, ребят. Лайк, подписка, кстати, от вас на канал. Буду очень признателен вам. Это очень стимулирует к написанию новых роликов. Вообще, подписчики, будьте активнее. Мне было бы очень приятно, если бы у меня хотя бы набралось тысяча подписчиков. Вот не секрет, наверное, все знают, для чего это. Итак, ладно, меню. Далее идем. Таймер, найти устройство, режим без звука, дисплей. Итак, вот дисплей. Дисплей можно свайпом снизу вверх менять. Watch face дисплея. То есть, что такое watch face? Watch часы, face лицо. То есть, лицо часов. Или циферблат. Вот видите, такой здесь есть, лазурный. Ну, что-то как-то Watch face маловато. Ну, и на том спасибо. Вот. Программу, кстати, о, по, по закачке Watch face я дополнительно еще буду проводить описание в своем видео в следующем. Итак, дисплей. Ну, тут настроечки. На настройках что можно сделать. В режиме настроек. Яркость. Добавить яркость. Плюс. Добавляем. Минус. Убавляем. Поставим максимально. Шаг назад. Экран блокировки. Так. Включить. Выключить. То есть, если вы его... Он сейчас выключен. То есть без блокировки. Если включаем, активировать экран. Проведите вверх для разблокировки. Вот смотрите, как это выглядит. Вот я ничего не могу сделать. Сейчас там куда угодно. Свайпаю, клацаю. Вверх для разблокировки провел. Снизу вверх все. Экран разблокирован. Круто. Так, далее. Настройки. Снова заходим. Экран блокировки. Мы разблокируем. Нам это не нужно. Автоматическое отключение дисплея. Здесь вы выставляете в этом пункте. Через сколько секунд дисплей должен гаснуть? Он может погаснуть там через минимально через 6 секунд. То есть после того, как вы повернули запястье и смотрите на него. 7 секунд, ну и так до 10 секунд. Ну, в принципе, это сделано для того, чтобы экономить заряд аккумулятора. Вот, то есть максимально 10 секунд. Так, едем дальше. Что тут? Все. По этому вопросу все. Далее уведомления. Уведомления также выставляются все в приложении. А, насколько они будут читабельны и на каком языке? Опять же, это я все буду тестировать. Я с сегодняшнего дня нач начинаю этот браслет носить, пользоваться им активно. Опять же, ребят, у кого есть такой браслет, возможно, есть какой-то опыт. Делимся об этом в комментариях, комментируем, хвалим, ругаем, браслет, меня, обзоры и так далее. Критика приветствуется на моем канале однозначно. Уведомления будут приходить от разных приложений. Это и почта, это мессенджеры, это смс э, и так далее. Дальше идем. Погода. Погода. Вот, погода видна классно. Вот у нас сейчас очень жарко, минус 18. На улице лучше носа не показывать. Погоду показывают правильно в городе Мариуполе. Так, далее. Тренировки. Тренировки. Какие присутствуют? Бег на улице в Мариуполе при температуре минус 18. Беговая дорожка. Это в спортзале. На велосипеде, кто любит активный отдых на велосипеде в летнее время, пожалуйста, это браслет для вас. Поскольку он определяет, сколько вы затратили калорий там, и так далее, и так далее при езде на велосипеде. Ходьба. Вот ходьба самая прикольная штука. Поскольку, наверное, не секрет, что для людей, которые хотят наладить свою сердечную активность, а также для людей, которые хотят похудеть, там я не знаю еще каких для каких-то целей лучше измерять ходьбу. Самое, лучше, самое лучшее, самое лучше тратятся калории, когда вы гуляете на свежем воздухе, и чем больше вы гуляете пешком, тем лучше. Вот, тем больше расходуются калории, поскольку калории ну, долго рассказывать при синтезе а, с кислородом сжигаются больше. Итак, свободная тренировка. Ну, свободная это, наверное, штанги. Нарисован человечек со штангой. Ладно, мы не будем пока ее включать. Зажимаем, останавливаем. Стоп, стоп, все. Свободное упражнение, это, наверное, упражнение со штангой, с гантелями на тренажерах, бассейн, то есть, при плавании. Опять же, производится трекинг вашей активности. Так, есть. С тренировками, все понятно. Если есть вопросы, ребята, пишите в комментариях. Буду рад всегда ответить. Все комментарии читаю. Все комментарии ни одного не оставляю без внимания. То есть. Буду рад всем ответить. Карты. Откройте Mi Fit, чтобы добавить карты. Карта это, как мы уже говорили, основная, как на мой взгляд, фишка этого смартфона. То есть, это добавление карты. Ну, добавление карты я вам как бы на данный момент не буду показывать, поскольку это конфиденциальная информация. Но карту добавить, опять же, откройте мифит на смартфоне, открываете, это приложение, добавляете, вводите карты. В соответствующем пункте банковская карта. Добавляете, вводите данные карты, подтверждаете. Ну и в принципе все. Вот. И пользуйтесь браслетом. Как это будет выглядеть, я покажу позже. Вот. Ну, пульс, пульс. Самое интересное, пульс. Как он измеряет пульс. Вообще, ребят, честно говоря, что касается пульсометров, ну, не знаю. Как на мой взгляд, это такое. Я имею в виду в недорогих браслетах. Ну, в целом, конечно, он ошибается, он считает, когда вы даже едете в автобусе, едете в автомобиле, все равно он считает ваши шаги, ваши километражи, метражи там и так далее, сколько вы прошли, сколько потратили калорий. Но сидя в автобусе, вы особо калорий не тратите, поэтому это все, я считаю, как бы... Кстати, надо будет отрегулировать, чтобы поднять ее запястья Вот измеряет пульс. То есть я считаю это такое. Профессиональные фитнес-трекеры серьезного уровня, которые дают вам, если вам необходима действительно какая-то информация о том, сколько калорий вы тратите, там, я не знаю, уровень кислорода в крови там, и так далее. То есть это важно для вашего здоровья. Они стоят очень дорого. Ну, вот компания Гармин, в частности. Вот. Вот тут что-то он меряет. 71 намерил. Ладно. Пусть будет 71 постоянно 71 наверное будет ну, вот а, вообще как бы датчики здесь стоят неплохие но по и все такое оставлять желать лучшего конечно лучше если вы хотите профессионально измерять свой пульс свою активность а, лучше конечно купить дорогостоящие даже лучше, если это действительно необходимый аксессуар для вашего пользования, лучше купить, конечно, даже в кредит, но дороже. Вот 81 уже. Ну ладно, измерили. Посмотрим. Опять же, будет все тестироваться. Есть с чем сравнивать. Есть как бы э, другие часы, на которых, кстати, я буду делать также обзор. Небольшой анонс такой. Часы Samsung Galaxy Watch Active 2. Вот, значит, здесь в активности, то есть статус, свайпаем вверх статус. Сколько вы прошли шагов за день, сколько вы потратили калорий, так фокус, а расстояние, которое вы прошли, уведомление о бездействии. Угу. Вот это очень важная штука, то есть когда вы, допустим, засиделись что-то дома. Покушали, отдохнули, ну и что-то засидели, к примеру, за компьютером. И вас будут они уведомлять о бездействии, то есть вибрацией на запястье. Если это э, необходимо, то есть для вас, вы выставляете это опять же все в настройках в смартфоне, в приложении Mi Fit, И будет уведомление приходить, то есть в виде вибрации о том, что вам необходимо пройтись, вам необходимо там потянуться, наклониться, сделать 100 приседаний, кто может и 200. Вот. В принципе, вот так. Ну что хочу вам сказать. Браслет неплохой. Впечатление, первое впечатление, распаковка и обзор у нас так получился первичный. Хорошие. На браслеты сейчас на данный момент присутствует много различных ремешков. Ну, у меня черный. Вообще, как бы, ребят, ремешки, конечно, дают свой плюс для этого браслета, то есть э, улучшается его, скажем так, э, ну, преобра... преобразует внешний вид, скажем так. Резинка, ну, такое это резинка, так, как бы, классика спорта. Вот, есть брас... браслеты и металлические, и разноцветные, и желтые, зеленые, красные, и э, текстильные, ну, то есть, и миланская петля, все есть все есть в для этого браслета. Вот. Его можно использовать. Какие плюсы браслета? Плюсы это, опять же, OLED дисплей. OLED, AMOLED. Вот. Второй плюс. Наличие NFC. Я вам уже говорил, идете в магазин, расплачиваетесь где угодно, где есть NFC чипы в терминалах встроенные. Что еще классного в NFC? не знаю, про функцию Android Beam будем отдельно делать обзор. Что касательно смартфонов, ну, часов это как бы не касается. Но все равно NFC э, чип, он как бы нужен, я считаю э, встроенный в данном смарт-браслете. И опять же, ребят, цена, качество. Если заказывать, конечно, не в Алло, в Китае, это будет еще дешевле, но чем хорошо в магазине Алло, это то, что там есть гарантия. То есть по гарантии вы можете прийти, обменять, там, сделать, возможно, какую-то дополнительную страховку на данный браслет, смартфон, ну, на любой гаджет. Вот, в принципе, это большой плюс. И это вы знаете, куда идти. Если приходит из Китая, да, оно будет дешевле, но оно может прийти бракованным. Когда-то у меня был такой случай, что я приобрел из Китая часы Amazfit BIP люди, которые знают компанию Xiaomi, то есть это Amazfit Bip, это Xiaomi, дочерняя компания Xiaomi, выпускает Amazfit Bip. Они знают, владельцы данных смарт-часов, если так их можно назвать, вот, что они эти часы долго держат. У меня они держали, даже и суток не держали. Они должны держать хотя бы ну, минимум 2-3 недели. Я их зарядил полностью, за сутки разрядились. То есть что? Брак. Ничего не сделать, необходимо вот это вот заморачиваться с этими... Писать опять этим китайцам за то, чтобы они вернули деньги, какие-то прилагать там видео, фото. Это все заморочки. Поэтому, ребят, это все лишнее, лучше идите в официальные магазины, конкретно в Украине, там Алло, Комфи, Фокстрот, Эльдорадо и так далее. И берите по месту у себя. Это мой вам добрый совет. Если какая-то ситуация, вы можете всегда прийти. В конце концов, если вы там особо браслет не использовали или не использовали вообще, ну, посмотрели там дома, походили, подумали, нет, не ваше. Все, поменяли, в течение 14 дней вам обязаны вернуть деньги, либо заменить там на, друг, на другой товар с доплатой, ну, там уже по месту. Это все соответствует соответствии с украинским законодательством. Ребят, в России, я думаю, что все то же самое, вот. В принципе, основные моменты я сказал. Вот, водозащита, закаленное стекло 2.5D с покрытием против отпечатка пальца. Ну, конечно, тут отпечатки пальца, оно сказать, что оно не ляпается, это... Так, видите, вот, да, отпечатки все... Все это есть. Ну. <клышленный> маркетинговый ход. Вот. Емкость аккумулятора 135 мАч, время работы в обычном режиме 20 дней. То есть это если не трекаете тренировки, то есть не производите какие-то измерения бесконечные пульса. Ну а так я думаю, не меньше недели полторы он должен выдержать. Но это мое предварительное мнение. Посмотрим, что будет дальше. Будем все испытывать, тестировать. Bluetooth серии 5.0. Но это уже круто для такого браслета. Конечно, сейчас есть Bluetooth и высшей серии. Ну вот. То есть, ребят, все комментарии, все замечания, что хотели бы видеть на канале, какого рода контент, возможно, подача другая вам была бы интересна. Все буду учитывать. Ребят, пишите, комментируйте, хвалите, ругайте там все в комментарии. Лайки, лайки, дизлайки, все от вас жду. А с вами был канал Технобар. Всем добра, всем удачи и всех с праздником Крещения. Всем пока.